Благотворительный концерт в помощь 4-летнему Елисею Самареву, который тяжело болен, пройдет 12 ноября на сцене Ленинского мемориала. Музыку Грига и Шуберта исполнит Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский» под управлением заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Олега Зверева. В концертной программе два шедевра музыкального романтизма. Первое произведение – симфония номер 8 австрийского композитора Франца Шуберта. Мы играем все великие произведения, которые есть. Мы стараемся играть, все охватить. Мы давно не играли симфонию Шуберта, особенно эту величайшую симфонию. Также прозвучит концерт для фортепиано с оркестром норвежского композитора Эдварда Грига. В качестве солиста выступит хорошо знакомый ульяновской публике пианист Евгений Михайлов, народный артист Республики Татарстан, заслуженный артист Удмуртской Республики, заслуженный артист Российской Федерации. Здесь очень гибкий, очень податливый, очень музыкальный оркестр. Может быть, удивятся слушатели, когда я говорю музыкальный, но я под этим подразумеваю вовлеченность в процесс. Не просто музицирование, а желание сыграть глубокую музыку, интересную музыку. Как сообщил Олег Зверев, все собранные средства от продажи билетов на концерт будут направлены на послеоперационную реабилитацию и дальнейшее лечение Елисея Самарева. Ирина Антонова, Павел Макаров. Новости Ульяновской правды.